Хе-ге-гей, всем привет, с вами опять Пипстрич, и мы продолжаем проходить Science Row, третью часть, после моей такой, так скажем, долгой задержки, потому что я не играла в Science Row, я играла в Tomb Raider, я играла в Sims 4, еще я там болела, поэтому не снимала около месяца вроде, офигеть. Так, ну ладно, сейчас мы спрыгнем отсюда и... Посмотрим, какие у нас есть задания. Так. Открываем парашют и... Ха-ха-ха. Нет, мимо. Ладно, так. Смотрим, какие у нас есть задания. Так, у нас деньги пришли. У нас в магазине 5 каких-то новых открытых. Сейчас посмотрим, что мы можем. Так, здоровье. Конечно, восстановление здоровья. Принять сразу здоровье. Это тут самое главное. Лично для меня урон... Снижается, так что, конечно же, тоже. Тем более от пуль. И бой давайте посмотрим. Быстрая перезарядка 1. Да, быстрая перезарядка всегда хорошо. Так, дальше смотрим. Гранаты. Та-та-та-та. Так, особые патроны не надо. Вот, патроны винтовка 2, да. На 50% больше мы можем переносить патронов. Да, это пригодится нам. Так, дробовик. Как-то я не пользуюсь дробовиком. Не очень-то мне он... Так, ну давайте гранат тогда еще на 25% больше возьмем. И, о, еще, ну давайте еще, че уж, если уж открываю, так, ну, взрывчатку я, наверное, не буду брать. Так, теперь у нас есть 7 миссий, ребят, 7, но на самом деле это нифига не 7, потому что 3 миссии, как я говорила уже, мы будем... проходить потом, после того, как пройдем всю игру. Так, надо вернуться обратно наверх. И давайте от Зимоза сначала, значит, будем брать задания. Сначала мы пройдем все вот эти вот беспонтушные вот эти задания от Зимоза. Я уж не знаю, как правильно. Так, ну что, едем. Тачку, конечно, я взяла не самую лучшую. И, если честно, нам ехать-то дофигища. Ну, не прям уж так, чтобы дофигища, но все-таки. Все-таки. Так. Ой-ой-ой, тут копы. Надо вот так вот сделать. И едем. Так. Ехать нам еще 1300 метров. Ух! Я вот этот поворот никогда не любила, никогда не люблю, и мне кажется, больше не буду любить, потому что я всегда его проезжаю, всегда просто. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше, значит. О, господи, как же это нудно ехать вот так вот, ладно. Че, я тут хоть с ума схожу маленечко. У-ху! Миллиметраж! 2, 3. Ты мне испортил все. О, вот эту тачку хочу. Хочу вот эту зелененькую. Так, быстро. Я уже, если честно, все управление успела забыть. Вот. Вот. Мы его выкинули. И сейчас едем мы на этой тачке. Так. Вот, пошустрее, хоть и ревет так. Ох, прям вообще. Так, ладно. Нет, ну звук у машины действительно приятный. Так. О, и мы приехали. Так. Подвиньтесь. Зимос, все-таки. Ну и
Ага. Там, значит, надо спасти хотя бы четырех девушек из хора. Кто знает, тот поймет. Даже сейчас зашибись, объяснила. Ладно, так, едем, значит. Едем. Подвиньтесь все. Я спешу. Увели? Вы офигели? Вы увели девушек с хора? Вы совсем офигели. Так, мне надо ружье скорей. Да почему я кашу-то, а? Так, у нас есть три, целых три. И теперь мне придется ехать из одной потом на следующую, значит. Как там бибикать? А, во. Чисто надо позвать. Все понятно. Быстрее давайте. Кушать. Пока меня не выпустили. Вот тварь. Сдохните, тварь. Так, все, давайте, садитесь уже. Девушки из хора. Ну ты чё там, блин? Давай быстрее. На! Как они меня бесят, когда так тупят они. Так, все, едем. Мы всех трех, по-моему, забрали, да. Теперь едем, надо отвезти их, значит, к дому Зимоза и ехать еще за одной. Правда, мы привезем больше, чем одна. Как минимум две, а может и три. В общем, едем, везем, смотрим, что будет дальше. Чего ты тут мне становишься? Так, едем дальше. Не обращаем внимания на этих полудурков. Вау, что-то меня так маленечко не вписалась я и нас развернула. Так, лимузины тут понаставили всякие. Все, вылазьте, давайте бегом. Все, разворачиваемся, едем за еще. Нам хотя бы еще одна нужна. Как минимум одна нам нужна. Вау! Еще и копы гоняют. Так. Вау! Офигеть, как так-то еще и не вписалось? Вау, а мы уже даже приехали. Так. Окейюшки. Ну давай ты тоже садись, чё? Давайте быстрее! Но... Да, я хочу, чтобы был бадабум. Так, все, едем, короче, отвозим их, и на этом наше задание будет закончено, но серия нет. Хоть я и говорила в начальных сериях, что я буду снимать только одно задание, это одна серия, и сделаю исключение только там, где было действительно то, что мы приехали. Нам показали ролик, и на этом было закончено наше задание. Там я сказала, что все-таки такое я не оставлю. Тут же я решила, что я сейчас сделаю все задания Зимоза, потом сделаю все задания этого Энджела. Ну, который, в смысле, ангел этот, Энджел, Анхель. Написано, как у меня, хотя это нифига не Анхель переводится. Так, ладно, в общем, забили. В общем, каждого по заданию сделаю. У каждого, точнее, все задания. То есть, вот у нас есть Зимос, Энджел, потом Кинзи и напоследок Шаунди. Потому что начинаем с говна, короче, и заканчиваем самым нормальным. Это как по мне. То есть, каждому свое. Так, нам опять надо ехать. Соответственно, мне нужна тачка. Но мне не нужно рухлить. Я хочу нормальную тачку. Хотя бы вот такую. Ох ты, падла. О, да ты чё, блин? Так, ладно. Вот эту хотя бы тачечку надо. Выпнули его. Ну, или ее, не знаю. Еще сбили.
И у нас копы на хвосте. Так, ладушки. Едем, едем. Сваливаем еще к тому же от копов. Лимузины гоняют тут. Ву-ву. Так. Оп. Давай, надо забрать. Да, мы забрали. Надумаю их кукол. Так, и едем дальше. Значит, тут мы проедем же, да, по-любому же. Вот тут мы не сможем проехать, потому что у нас тут дома. Так, едем. Нам осталось совсем чуть-чуть, и мы приехали. Да. Мы приехали. Посмотрим. Посмотрим, что за здание, потому что я уже не помню. А, чё? А, все, понятно, мы, в общем, сейчас будем просто отстреливаться от всех. А вот, я уж думал, чисто с дробушом с этим будем. Так. Ладно, пока что я не буду стрелять, потому что... Пока что вроде нет никакой такой угрозы, прям уж. Так. Ну вот они, да, конечно, начали уже... Больше... Прям таки агрессивнее ехать к нам, но... Оп. А, это один патрон оставался, я уж думала. Совсем патроны закончились. И нам пришлось бы тогда... Из той фигни, короче, стрелять. Так, я что-то задумалась, пока я их стреляла. Эй, рыженький! Так, у нас подставы не было, да? Это хорошо. А теперь уже пишут, что на дилера напали. Так, а, ну это и вот эти, наверное. Так, ребята, едем дальше. У нас одна из трех сделок совершена. Стрелять, конечно, вообще неудобно, если честно. Вообще. Так, я хочу, короче, чтобы она взорвалась. Взорвалась машина. У меня 50 всего патронов осталось. И это, знаете ли, совсем не радует. И еще какие-то уроды едут сюда. Так, взорвись ты, падла. Взорвись. Уху, сейчас буду бадабум. А, что? Сейчас буду бадабум. Сейчас будет бадабум. Да, вот он. Бада-бум. Коп, ты чё, совсем обрызгал? Так, у нас там подстава была. А, убегает. Вот, Зимас, ты придурок или как? А чё у нас даже пистолет? А, вот пистолет же есть. О! Вот сейчас, не дай бог, это мы просрём. Слышишь, Зимас, гони, блин! Там тушёнка-то сейчас уйдет, короче. Зимас, блин, я вылезти не могу, да? А, не, могу. Так я могу... Твою дивизию, я могу вылезти. У меня граната есть? Откуда? Так, ладно. Ты чё, падла? Вот так вот. Погнали, Зимас. А, то есть мне надо прям в его, да, тачку сесть. Его хоть нет. Давай, Зимас. Да твою ж мать. Чё как нытик-то? А, во, поехали, ура. Так. Знаете, мне как-то, не знаю, с пистолетом это комфортнее, чем с этим. Обрезали что там, я не знаю. Не сильно так-то, если честно, разбираюсь. Во всех этих пушках. Мы приехали на третью сделку. Ух! Так. Сдохни. И ты сдохни, и ты сдохни. Так, я тебе сказала, сдохни. Сдохни, я тебе сказала. Сдохни, мразь. Так, ну все, охраняйте дилера по дороге домой. Нам осталось только лишь... сопроводить его до дома и все. Какая ты нифига, слышь, ты что телепортировался-то? Оборзевший, что ли?
Так. Что там мы тут проезжаем? А, автомастерская, понятно. Офигеть ты, блин, из тебя водитель Зимос, конечно. Так. Хочу маленько бадабум. О, я не ту тачку даже взял. О, как это много. Давайте. Вот это было классно. Это было классно вообще. Так, наркотрафик пройден у нас. Нам дали 2000 баксов еще плюсом 35% бонусом. И до того нам дали 2700. Так. Ну что, какое у нас следующее задание Зимоза? Сейчас посмотрим. Зимоз. Экспорт. Окей, чё? Вот, тачка едет наконец-то. Так. Я, если честно, вообще не слушаю, что там играет по радио. Может, конечно, на записи это будет слышно потом. Но сейчас у меня вообще просто звука почти нету. То есть... Я не знаю, почему. Надо будет, наверное, в настройках. Или, может, в микшере. Мы проехали. Возможно, это вообще в микшере у меня громкости там. Ага, понятно, что за задание такое. Чайку хлебнули и в путь. Подвиньтесь. Так. Едем, значит, забирать клиента. Давай, давай, давай. Так. Вау. Так, эти уроды тут уже нормально отсняли, по сути. Чё отравить? Чё? Где? Чё? Я ничего не поняла. Так, ладно. Надо, короче, валить отсюда. У меня, блин, машина на лету просто вообще прорисовывается. Ё-моё, текстуры. И чё? Так. Клиент хочет, чтобы вы нанесли... Ага. Так, нам едут эти телевизиончики сратые. Так. Чё теперь он хочет? Так. Дальше. Ну, быстрее. Убить мишень? Запросто. Вот это нифига, он сейчас подлетел. Все, нам осталось только высадить клиента. Ты что тут сышь стоишь, офигевший? Так, у нас тут папки, но я не буду их сейчас собирать, потому что я сейчас на задании. Так, ладно. Ну все, высаживаем. Ну все, экспорт пройден. Задания вот у них действительно такие простенькие сейчас идут. Но по сути они потому что чисто это все еще все ознакомительное. То есть это такие побочные задания, которые... О, братов, Зима, значит это что? Мы пошли? А, нет. Еще есть походу задание от Зимоза. Ладно, нам еще денег дали. Сейчас посмотрим. Да, у нас все еще есть задание от Зимоза и нам ехать километр. Офигеть. Ну что? Нам нужна тачка. Но не такая уж точно. Хотя, давай поугараем. Свали, мартышка тупая. Я хочу еще ее побить. Хочу побить ее. Иди сюда. Так, ладно.
Отправляйтесь к жилищу Зимаза. Почему? Перевод Займас. Не знаю. Они даже говорят Зимас. Так что какой нафиг Займас? За нас, блин. Так. Тут есть музычка какая-нибудь. Так. Я застрела. Потому что я переключаю радио, я который не слышу нифига. Ну вот, вроде нормально, что-то так. Дальше едем, значит. Вроде так маленько услышала. Да, фигнюшка, конечно, прикольная, но... Ну и нафиг, слишком она медленная. Вот, надо что брать. Типа Хаммер. Свали, курица. Едем, бульдог. Тут у нас нормально играет. Так. Уху! Так, так, так. Едем. О, мы приехали, нифига себе. Вроде же километр был. Я, конечно, не против. Ладно, вылазим, значит, отсюда. И... подходим. Ладно, короче, пока они тут болтают, я окно себя закрою. Ну что, не поговорим, я как раз закрыл окно. И все, мы выполнили все задания Димаза, так что на этом наша серия закончена. Продолжим уже в следующей серии. В следующей серии мы будем проходить задание от Энджела. И всем удачи и пока!